Всем привет! Сегодня я бы хотела рассказать историю того, как я снимала и вообще делала клип на песню Too Late. Я бы не сказала, что это песня, я скорее там нашептала слова. А получилось все как? Я была вынуждена это сделать. Я не стараюсь быть певицей, я не собираюсь там быть суперактрисой или еще кем-то. Мне уже слишком поздно карьеру начинать. Но дело не в этом. Дело в том, что я просто хотела, ну, проявить себя творчески и как видеограф снять что-то такое интересное с таким посылом, чтобы люди могли задуматься, что какие-то вещи нужно делать вовремя, а не спустя там 40-50 лет, когда уже слишком поздно. Вот, кстати, сам клип можете посмотреть по ссылке в описании. Я оставлю такую ссылочку. Вот. А сама история-то какая была интересная. На самом деле у меня есть знакомый певец здесь, в Австралии. Вот. Он сочинил песню, которая называется «I'm Sorry». Замечательная песня, я считаю, что очень хорошая. Ну, он меня попросил просто снять видеоклип на эту песню. И сказал, что любой вариант, какой я хочу, там меня устроит, ты там снимешь, может, еще кто-то снимет, и так моя песня, может, станет более популярной, это нормально, вот, ну, как бы. То есть у нас был такой свободный договор, что как бы, как я хочу, так снимаю, но при этом я ему рассказывала, какие идеи у меня есть, он сказал, да, это интересная идея, да-да-да. Вот, при этом он, конечно, высказывал свои идеи, но так как мне за это не платят, естественно, я уже больше ориентировалась на свои идеи, то, что я чувствую, то, что я хочу сказать. Вот, и то, что я чувствую, хорошо подойдет для этой песни. И я сняла не просто клип, я сняла такую, как историю. Историю, как мини-мини-фильм. Вот. И кому-то, конечно, понравится, кому-то, может, нет. Кому-то даст возможность задуматься, пересмотреть что-то в своей жизни. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что в последний момент, когда он увидел уже готовый клип, когда я уже там провела кучу ночей за монтажом, когда я там монтировала одно, второе, третье. Сам клип, кстати, снимался в 11 местах с разными 11 людьми, включая меня, потому что я не всегда могла найти актеров, и тем более в разных местах снимать на протяжении долгого времени, потому что коронавирус, то нельзя то нельзя это, то люди просто сами там были заняты, или не могли, или не хотели, или еще что-то. То есть мне очень было много трудностей, как бы, приглашать людей для съемок, вроде бы и бесплатно, и возможность поучаствовать в таком мероприятии. Ну, кто-то, наоборот, хотел, кто-то не мог просто. Ладно, это долгая история, это не столь важно. Столь важно, что в результате этот парень посмотрел клип и решил, что нет, я не хочу, чтобы моя музыка там использовалась. Я хочу другой клип, я хочу, чтобы люди там на море целовались. Я говорю, ну хорошо, но видишь, у меня было вот такое вдохновение, я сделала это бесплатно. Если ты хочешь, как ты хочешь, ну не вопрос, я могу сделать это за деньги. Вот. Ну, в общем, в результате мы так не договорились насчет этого. Но так как я потратила на этот клип очень много времени, я снимала много футажа, я приглашала много людей, то есть я, ну, действительно вложила всю душу в этот фильм. И я решила, что нехорошо пропадать такой истории, и я попросила своего знакомого, который просто пишет музыку, попросила у него что-то подходящее к этому клипу. И он очень быстро мне прислал, я очень быстро уже туда смонтировала уже, подставила тоже вот каждый там удары, но как могла, конечно, я не супер-пупер по музыкальным клипам, я такие вещи не часто делаю, но я могу сказать, что я получила огромное удовольствие в самом процессе этой работы. Что ж, спасибо за внимание, всем пока, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, и я рада буду любому общению. Пока-пока!